салют, ребята, я МС Анюта. Если я у микрофона, значит это круто. У одного крутого пацана сегодня день рождения, и в честь него я записала поздравление. Я хочу поздравить своего братишку. Его зовут Батан, но он не любит книжки. Он как-то приезжал ко мне в село, и нам с ним было очень весело. Бро, тебе сегодня 36 лет исполняется, и я желаю, пускай все твои мечты сбываются. Пускай всегда все будет у тебя хорошо. Если нужна тебе помощь, обращайся, если чё. Ты любишь выпить и Снежку, конечно, свою. Салют твои движухи урагану передаю. Желаю металлургу Зе успехов добиться, и, конечно же, твоим мечтам всем сбыться. Йо. Ботанчик, поздравляю тебя с нюхой. Желаю я тебе по жизни ни пера, ни пуха. Поздравляю тебя, не только я, братан, а еще Жека Ярмиш, Лисенок и Степан. Ботанчик, поздравляю тебя с нюхой. Желаю я тебе по жизни ни пера, ни пуха. Поздравляю тебя, не только я, братан, а еще Жека Ярмиш, Лисенок и Степан.